небольшая такая подготовочка перед утренним просмотром на китов. Вчера вечером мы наблюдали его на закате. Сегодня мы будем наблюдать его на рассвете. Вот восход солнца перед просмотром на китов. Давай пусти. Отправляемся, ребята. Так вот, садимся на кораблик. Hello. 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 Пыхти, пыхти так. Близко, да, прям? Да. Отплываем обратно с прогулки с китов. Ну что, кто первый увидит? Я уже видел. Да? Да. Где? А, вот! Да нет, это чуть-чуть. Это пигмеи. Они выступают. А, смотри. Я на меня подходила.
место разжились. Им интересно, и нам интересно. Видишь, он так находит. Давайте, давайте, ребятки, погнали купаться. Погнали купаться. И пингвинов смыло всех. Все помчались, все купаться. И все обратно. И все к нам обратно. Они так не думают, что один упал. Не пугайся. Надо просто с ними говорить, да? Иди, иди ко мне. Иди, дружище. Вот, смотри. Вот, привет. Такие нехилые обезьяны ходят, шастают. Пап, я же тебе говорил. Идем на пляж. Такие виды пейзажа здесь красивые. Алиса не стала переходить. Проезжаем известные тауншипчики возле Кейптауна. Слышал я про них, что здесь нежелательно, чтобы бензин заканчивался. Прямо вот они, стрёмные. Добро пожаловать в мою частную винодельню Бергеталин. Сейчас будем любоваться на виноградники и пить вино. Что, трапезничаете? Да. Завтракаем. Завтракаем в своем винодельческом ферме. На вид потрясающий. Кушает пасту с морепродуктами. Коля, главное, макароны. Вот такое вот тут винное королевство. Живописная природа. Николай, иди, пожалуйста. Это мой сад. Тут мои садовники выращивают цветы. Для того, чтобы я любовался на них, смотря на горы. Мне кажется, даже Петр Первый бы и Екатерина позавидовали, потому что здесь погода всегда классная. Такая территория, в общем. And then the last one, the big one in the big glass, is the Fairfield beef. The beef stands for Fairfield, and also a blend that's mostly Cabernet Sauvignon Merlot. And this is a French Albero for 2 years. Как первый бокал? Нету горчинки такой. Это хорошо? Ну да, мне наоборот нравится, когда нету этой горчинки. Так, это у нас за порядка 5 на 5, 2500 такая бутылочка стоит. Так, Алиса пробует вино за 10 тысяч. Давай. Ну как? Какой больше всего понравился? Первое. А? Первое. Первое? Белое? Мы едем в следующую мою винодельню. В следующую винодельню едем. Подъезжаем в очередную Сенину резиденцию. Да, винодельню. Называется Waterford Estate.
Ну, здесь тоже так уютненько. Бэби купается. Нет, бывает. Ну, только вот парк, который там. Я попросил, да. Глазки? Да. Ну, Алиса сегодня это... В день рождения. Да. So that is a blend of 96% Shiraz and 4% Mourvèdre. A lot of dark fruit characteristics like plum and mulberries and spices like cinnamon and clove. So we paired with the masala chai dark chocolate because the masala spices complement the spices inside. Чё как? Я люблю сладкое. А? Я люблю сладкое. А оно сладкое? Какое тебе больше всего зашло? Белое. Мне белое, да? Белое вино. Ага. Для меня красное очень такое крепкое. Терпкое, да? Терпкое, да. Ну, кто-то любит терпкое. Мы уже в Кейптауне. Сейчас будем... Набережная Альфреда и Виктории. Альфреда и Виктории набережная. А это Колин суп принесли. Лэмп. А у меня вот такой супчик. Ну что, за Кейптаун вилочку пропустим. Они, по-моему, замерзли. Yeah.